На необитаемом острове начался турнир по голоданию. В этом турнире участвуют немец, француз и чукча. И там им дали условия. Смотрите, мы ставим вам телефонную будку. Если вы не выдерживаете, вы звоните и вас забирают. Кто больше всего продержится, тот получит призовую награду 100 тысяч долларов. Ну и оставили их в этом острове и улетели. Проходит 3 дня, звонит немец. Все, не могу, забирайте, я голодный, хочу есть. Прилетели, забрали его. Ну, ждут дальше. Проходит еще 2 дня, француз. Все, все, не могу больше, забирайте, есть, хочу, голодный. Ну, его забрали. Остался один чукча. Проходит еще 2 дня, проходит еще 5 дней, уже 10 дней, а чукча не звонит. Ну, жуй так, молодец, самый крепкий. Прилетели на этот остров посмотреть на чукчу, и что они видят? В этой телефонной будке стоит чукча, стукает по телефону и кричит: «Телефона, телефона! Чукча!